Кроватить мене опустилась на сіє місто, кроме яка мене лобіту владики мене, та би сьогодні ромінецьке мене, лобіту ж тибілі владики мене, иметь общение кроменеска мен, с каждой душой кроменеска мен, ловит дух владыка мен, и дух святой сегодня проходит кроменека мен, и заглядывает каждое сердце кроменека мен, влады, и задает вопрос ромене владыка мен, чтоб ты пришел на сие место, о, как ты в том мире алта влады, искал лица моего, дабы произошла эта встреча на этом месте, кламеды Влады, как ты жаждал сегодня, кроманы Кэмэн, как ты искал кламеды Влады Кэмэн, как ты сокрушался, ламеды Влады Кэмэн, ромены Влады Кэмэн, и падал пред лицом моим, дабы сегодня на этом месте была явлена сила и слава моя, кромены Элду Влады, заменту кроманы Кэмэн, о, ныне говорит Дух Святой, ламентус кэмэне, вы приступили к Богу Живому, к ламентус кэмэне, ромэне штемире глады кэмэн, о, ресту флады кэмэне, и если бы не любовь моя, албинес кэмэне, кто бы сегодня устоял к ламентус кэмэн, кто бы сегодня протянул руку ламентус кэмэн, дабы взять это благословение, ламентус кэмэн, изуминту флады кэмэн, и беседовать со мною, кровады кэмэн, лубинту флады кэмэне, стучать к небу, кровады кэмэн, и призывать имя мое. О, милость, милость велика, ламентус кэмэне, как могущественна любовь моя, она совершенна, ламентус алдес кэмэн, и потому сегодня, ламентус кэмэне, я стал к ламентус кэмэне, между небом и землей, ламентус флады кэмэне, вознес свое тело, ламентус кэмэне, дабы сегодня вы имели этот доступ, ламентус кэмэн, приступите к Богу Живому, ламентус алдес кэмэне, ламентус кэмэне, готовьте сердца ваши, готовьте сердца ваши, ламентус алдес кэмэн, ибо так близка встреча с небом, ламентус лады кэмэне, ламентус тимире глады кэмэне, небо сегодня готово принять, ламентус лады кэмэн, но вот еще слово мое, ламентус кэмэн, на земле алдес кэмэн, и оно совершает свое действие. Дух Святой трудится по местам, карманы кэмэн, и великие совершают действия, ламентус кэмэн. Есть пробуждение, кроменэ кэмэнэ глады, есть исцеление, кроменэ кэмэн, есть еще прощение, кроменэ алэс кэмэн. И потому сегодня говорю каждому из вас, преклоните ухо ваше и сердце ваше, дабы слышать голос мой, кроменэ кэмэн, ибо шаги мои приближаются к ламенэ алдес, и небо к ламенэ алдес опустилось так низко над землею, ламенэ флады кэмэнэ. О, дети мои, отчего сегодня отяжелело сердце ваше? Отчего сегодня, кроманы кэмэн, не несется хвала к ламентус к небу, ромены флады кэмэне, но нужда и нужда и нужда к ламены алэс кэмэн, а я хочу славы к ромены с кэмэн, а я хочу, дабы прославилось имя мое из ваших сердец, из ваших уст, кроменэ кэмэн, когда встаете рано утром, ламенэ флады, простирайте руки к небу и благодарите, кроманы кэмэн, когда садитесь за стол, кроменэ клады, благословляя хлеб ваш, кроменэ клады, воздайте славу Богу, кроменэ кэмэн, ибо не всегда будет так, ламенэ флады, кроменэ кэмэн, вот приближаются времена, ныне Дух Святой говорит, когда сядете за стол, кроменэ кэмэн, воззовете кроменэ глады кэмэне и будете призывать имя Господне, чтобы был дан хлеб насущный, кроменэ алдес кэмэне, а сегодня не заботитесь об этом, кроменэ кэмэн, но я буду посылать милость свою, и народ мой не будет жаждать и алкать, кроманы кэмэн, потому что любовь моя совершенна. О, как я хочу провести народ мой чудным путем своим, кламины элту флады, но как много сегодня непокорных, как сегодня много отягченных, как сегодня много, кромины элту флады кэмэн, озаботились, кромины флады, и осуетились. А Дух Святой говорит напрасно, ламины элту флады кэмэне, о, как спохватятся многие и станут искать лица моего, и скажут на всем месте, говорил Господь, но
меркнет, кромене Влада, так как сегодня вы не искали Господа, кромене Влада, то будете стучать, кромене Влада Кемен, а небо не даст дождя, рубене скемене Влада, как будет много печальных, ламене Влада, и много озлобленных, кромене Алды Влада, а я говорю вам сегодня, восклоните головы ваши и сердца ваши направьте к источнику воды живой. О, сколько сегодня можете зачерпните и несите в сосудах ваших дома ваши, в семьи ваши, и говорите, что соделал Господь, как Он научил вас, как беседовал с вами, и как раздавал каждому пищу свою. Рубене скебере глады, рабенту флады кэмэн. Не забудьте, говорит Господь, кромене Влады, и не стройте запасы в закормах ваших, ибо все будет не нужно, кромене Кемене, лубинту Влады Кемене. Но отдайте свое сердце для Господа в послушании Духу Святому, в смирении, кромене Кемен, в повиновении, кромене Скину Влады, и зубинту Влады Кемен, и не полагайтесь на совет человека и на разум свой, но на руку вседержи вашего Рамина Кэбен, который сегодня дал благоденствие к Рамина Кэбен и имеет силу отнять ее к Рамину Глады Кэбене. Ищите Господа, стучите в небо, и я дам благодать свою и милость свою для народа своего. Аминь.